считаю, что надо слушать свое сердце. Все время в моих рисунках были какие-то символы. В школе я во время уроков рисовала. И вы знаете, откуда это приходит? Ну, как и у всех людей. Я не хочу говорить творческих людей, потому что я искренне считаю, что каждый человек творец. Человек, который готовит вкусную еду, он тоже творит. Творчество — это не стихи и картины, творчество и музыка. Творчество — это все, что сделано от души человеческой рукой. Поэтому, сколько я себя помню, я всегда рисовала. Мне нужны эмоции, чтобы рисовать. Негативные или позитивные — это все равно лучше, чем норма. Потому что норма — это никак. Момент. Это может быть один взгляд, одно слово, сказанное кем-то. Но, конечно, всегда меня вдохновляет на творчество любовь. Любовь к жизни. Ты добавишь что-нибудь? Я люблю все города. Конечно, я обожаю Баку, Лондон, Москву, Париж. Мне нравится Индия. Испания. В Испании, кстати, я рисовала одни из самых добрых картин, вот «Птичек», и, наверное, там я тебя чувствовала в покое. А так не имеет значения место. И вы знаете, раньше я, когда работала вот над первыми работами, которые не попадают в кадр, попадают в кадр последние работы, я больше тратила времени на технику. А теперь я больше трачу времени на эмоции, на моменты и на слова. И вот эти работы сделаны. Это Олишкина работа, это Микина работа моего другого сына. Эту работу мы рисовали в небе, поэтому она так и называется «В небе». Это называется «Будущее». Это «Кейос» кто-то назвал, не я. Это называется «Летающий тигр», но ее почему-то не назвали и повесили наверх. Ничего случайно не происходит. И для меня теперь важно, чтобы в моих работах было больше человеческой руки. Просто чтобы человек коснулся, потому что отпечаток пальца человека – это самое главное. Говоря, рисование очень много энергии забирает. Стихи, когда я пишу стихи, я отдыхаю. А когда я рисую, я устаю, наверное, да. Я верю в судьбу. Мне было жалко продавать работы, потому что это мои моменты, мои жизни, мои эмоции. Но, с другой стороны, все, что мы соберем, пойдет на защиту слонов, носорогов и львов. И вообще не жалко. Надо делиться. Надо делиться всем знаниями. Вот хорошо умного человека рядом иметь. Надо делиться знаниями. Любовь. Творчество. Это для Алиши. Для тебя что самое главное в жизни? Футбол. А, вот ответ здесь. Now. Сейчас.